Прикинь, аминка, они звонили, оказывается, ты же знаешь этих куриц, знаешь, это вообще? Да, да, да. Отвечаю, на днях надо залететь к ним, не? После ифтара, даже, опустим и поедем к ним, даже. Да, да. Заслачаю. Смотри, да, мужик уязвим не держит здесь. Смотри, да, они что-то живут. Пойдем, что не спустим. Пойдем, пойдем, пойдем. Салам алейкум. Дяхан. Тебе как тут вести, тогда тебе кушать. Взрослый человек, ураза месяц, кушаешь, сидишь здесь. Ты наоборот должен замечать, нам делать такие вещи, если делаем. В отличие от вас, я в общественном месте по улице не иду, не ору, не кричу, чужих не обсуждаю, про девочек не разговариваю, после ифтара кальян не курю, матом не разговариваю. Тага, пойдем, у него походу сахар повышенный.